Добрый день, мои дорогие друзья! Приветствую вас на моем канале. Меня зовут Елена. И сегодня я хочу вам предложить связать подарок на праздник. Скоро Новый год. И сегодня я вам предлагаю связать подарок к Новому году или Рождеству. Но это даже... Можно сказать, что это просто идея подарка, потому что... принимать ее вам или не принимать, это ваше дело. Я просто хочу поделиться с вами, что можно сделать в качестве подарка. У меня на данный момент сделана салфеточка. Подставка под горячее, как бы под чашку, под стакан, либо прихватка, вот у нее даже петелька есть. Вот. Если сделать еще более плотной эту салфетку, то получится подставка под горячее. Можно использовать для этой цели, например, джутовый шнур, который продается в любом супермаркете, связать его в две ниточки и потом украсить также вот верх какой-нибудь снежинкой из хлопковых ниток, то будет вполне достойная подставка под горячее. А если связать двойную вот такую прихватку, связать еще один такой квадратик и приложить к другой стороне, а потом обвязать, то получится такая довольно толстая прихваточка. Вот, но мне на данный момент это просто подставочка, такая салфеточка под горячее, под чашку. Вот, а также из этих квадратиков с аппликациями можно сделать, не сделать, а составить плед. Да, если связать, например, разные квадратики разного цвета, разные аппликации, их потом соединить, то получится прекрасный такой веселенький пледик. Можно использовать и остатки пряжи, все они уйдут как раз на это. Ну, вот сегодня я вам хочу показать, как вяжется вот такая простейшая, элементарная подставочка под горячее, вот с такой снежинкой. Итак, приступим. Для работы нам понадобится два крючка. У меня один крючок размер номер 5, а другой крючок у меня размер номер 4. Но это китайский крючок, скорее всего, здесь меньше размер, вот, потому что у 5 размера вот такой крючок, а у 4 вот такой. Ну, думаю, что это, скорее всего, не 4. Ну, в общем, возьмите два крючка размером, разным размером. Не призываю вас брать именно такие крючки, потому что пряжа может быть у вас любой, толщина пряжи может быть любой, поэтому выбирайте сами крючок и выбирайте сами пряжу, какая вам у вас есть. У меня вот такие два остаточка, это я уже буду довязывать, вот, чтобы вам просто показать, как вяжется этот квадратик. Начнем, конечно же, с квадратика. Нам нужно связать 4 воздушные петельки. Как вяжутся воздушные петли, я уже не говорю, конечно же. Вот. Потому что, ну, кто хочет это узнать, тот может посмотреть в каких-то других ресурсах, потому что это у меня сейчас не является целью. Вот, делаем 4 воздушные петельки, смыкаем их в колечко. Вот, смыкаем в колечко и поднимаемся на 3 воздушные петельки. Я обычно поднимаюсь на 3, но можно и на 2. Делаем накид на крючок и в колечко вяжем еще 2 столбика с одним накидом. 1. И еще 2. Вот мы связали первый элемент, состоящий из 3 столбиков с накидом. Это как бы первые вот эти 3 воздушные петельки заменяют нам первый столбик. Делаем воздушную петельку, дальше еще делаем 3 столбика с одним накидом в это же колечко. 1 2
3. 1 воздушная. И снова 3 столбика с накидом в это же колечко. 1. 2. 3. 1 воздушная. И еще раз вяжем 3 столбика с одним накидом в это же колечко. 1, 2, 3. Одна воздушная. И вот отсчитываем 1, 2, 3 петельку. Сюда вкалываемся. И здесь выполняем соединительный столбик. Вот так. Это мы связали первый ряд. Теперь мы будем... Вот у нас получился как бы такой квадратик. Теперь мы будем выполнять второй ряд. Уже будут у нас прибавления. И снова поднимаемся на 3 воздушные петельки. Можно и на 2, повторяю еще раз. Вот теперь будем вязать вот эти 3 столбика. Каждый столбик будем вязать еще один столбик, второй столбик, третий столбик. А вот в эту дырочку, мы будем делать прибавление. Накид на крючок, сюда вяжем в эту дырочку один столбик с накидом, еще один столбик с накидом. 1 воздушная петля, и сюда же в эту же дырочку снова вяжем еще 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Теперь накид, и эти 3 столбика в каждый вяжем столбик с одним накидом. Здесь прибавлений мы никаких не делаем. 1, 2. 3, дырочку мы делаем прибавление, первый столбик с одним накидом. Вот у меня ниточка здесь закончилась, это вторая толстенькая, я буду продолжать одной ниточкой, не обращайте внимания. Второй столбик с одним накидом. Так, что-то как-то вот выскочило у меня все. Второй столбик с одним накидом, воздушная петля. И сюда же еще 2 столбика с одним накидом. 1 и 2. Снова мы подошли к 3 столбикам. Их нам нужно провязать просто без прибавлений. Каждый столбик предыдущего ряда связать один столбик с одним накидом. 1, 2 и 3. Снова мы подошли к нашей арочке или дырочке из одной воздушной петли. Сюда мы будем делать прибавление. 2 столбика с одним накидом. 1 воздушная, и сюда же 2 столбика с одним накидом. Так. Снова накид, и в эти 3 столбика снова выполняем 3 столбика с одним накидом без всяких прибавлений. 1, 2, 3. В арку теперь вяжем 2 столбика с накидом. 1, 2.
1 воздушная, 1, 2. Так, вот закончили ряд. Теперь отсчитываем нашим первым столбике 1, 2, 3 петельку, вкалываемся сюда и выполняем соединительный столбик. Вот у нас получился второй ряд квадрата. И теперь таким образом все будет прибавляться дальше и дальше. Можно выполнить сколько угодно рядов, какой смотря вы хотите сделать квадрат. Принцип будет один и тот же. Всегда вот в этих арочках из одной воздушной петельки вы будете выполнять прибавление 2 столбика с одним накидом, воздушная 2 столбика с одним накидом. Вот эти же все столбики, которые у нас получаются в ходе вязания, с каждым рядом они прибавляются, и с каждым рядом вот эти столбики мы будем вязать без прибавлений. То есть вот у нас было 3 столбика, мы прибавили здесь 2 и здесь 2. У нас получается теперь здесь на стороне 7 столбиков. В следующем ряду мы прибавим здесь 2 и здесь 2. У нас уже получится сторона из 11 столбиков. А вот здесь в уголках у нас всегда будет по одной воздушной петле. И таким образом мы вяжем квадрат на нужную нам величину. Вот у меня всего лишь квадрат связан на вот такую величину. Здесь у меня получилась сторона с количеством столбиков. Сейчас посчитаем. 3, 6, 9, 10. 3, 6. Так. Как-то пропустила. 3, 6, 9, 10. 3, 6, 9. То есть 19 столбиков с накидом в одной стороне квадрата, а между этими 19 столбиками 1 воздушная петелька. Вот так вот я завершила квадрат. Тут получается сколько рядов то если перевернуть: 1, 2, 3, 4, 5 рядов. 5 рядов я связала такими прибавлениями и приступила к вывязыванию звездочки. Так. А вот сейчас я прервусь, а встретимся мы с вами на вязании звездочки.